Межрегиональный молодежный форум «Мегаполис» подводит итоги своей работы. Закрывается не просто смена, а отдельное государство со своим мэром, администрацией, предприятиями и законами. Неотъемлемую помощь участникам в организации и проведении деловой игры оказывали руководитель смены Александр Прученков и преподаватель курса повышения квалификации Анатолий Ермолин. «Мегаполис» – это модель современного мира. И с экономической точки зрения, и с точки зрения самоорганизации, управления, это такие, кажется, на первый взгляд, это игра, на самом деле это постановка системного мышления. Хотим, чтобы в каждом российском городе был такой обучающий мегаполис для ребят, а к вам будем привозить самых лучших. Кто не хочет уезжать? За 2 недели ребята сдружились и полюбили федеральный детский центр «Смена». Что это было первый раз только вчера, а уже на самом деле прошли 2 недели, и они уже подходят к концу. И очень надеюсь, что те знания, те умения, тот опыт самоуправления, который вы получили на этой смене, они действительно реализуются и действительно вам пригодятся в вашей дальнейшей жизни. Самые активные мальчишки и девчонки получают свидетельство почетного жителя города Мегаполис. Мэр города благодарит всех ребят за активную и плодотворную работу. Наверное, много. Это сформировать администрацию, сформировать кабинет советников. Мы с ними очень плотно и продуктивно работали. Я очень рад, что у меня сформировалась такая администрация, такая команда, которая мне всегда помогала, с которой мне было легко работать. И, в общем-то, мы поработали продуктивно и активно. Что произошло? Я организовал свой бизнес. Я стал бизнесменом, заработал неплохие деньги и получил вот прекрасные часы. Смена запомнилась положительными эмоциями, людьми, которые несли действительно счастье, несли много креативных идей, раскрасили эту смену просто невероятными эмоциями, потому что я на этой смене первый раз и не ожидала просто такого взрыва эмоций, когда просто толпа людей делает что-то, определенное какое-либо дело, и все принимают это как что-то невероятное. Вот. И не хочется уезжать, конечно, потому что будет не хватать очень сильно этого. Потому что в обычном городе очень много людей серой массы, которые не понимают вот этого самого, всей оригинальности того, что мы тут творим все эти 2 недели.